С 9 по 12 февраля в американском Колорадо Спрингс проходит чемпионат 4 континентов по фигурному катанию 2023. Это соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Чемпионат потерял несколько лидеров, которые могли бы зажечь. Илья Малинин и Джейсон Браун еще до национального отбора подписали контракт шоу Art on Ice и улетели в тур по Швейцарии, а Шоу Моуна готовится к весеннему чемпионату мира, который пройдет в Сейтаме. В их отсутствие лидерство захватил Као Миура. На прошлом чемпионате 4 континентов он был в тройке лидеров. После был небольшой спад. В США фигурист допустил степ-аут на стартовом квад-сальхове, поэтому ему пришлось перенести каскад во вторую половину программы. С этой задачей он справился блестяще. Миура хорошо скользит на высокой скорости, но за быстрыми движениями у него часто теряется презентация программы. Многие движения выпадают из ритма музыки. В итоге японский фигурист Као Миура показал лучший результат по итогам короткой программы. Он набрал 91,9 балла. Второй результат показал канадец Киган Мессинг, уступивший японцу чуть более 5 баллов. Третьим стал представитель США Джимми Ма. Японский фигурист Као Миура поделился впечатлением от своего выступления в короткой программе на чемпионате 4 континентов. «Я допустил ошибку в начале, но смог добить тройной тулуп в конце комбинации и свести свои ошибки к минимуму. После выступления на серии Гран-при я знаю, что у меня очень хорошая короткая программа. Так что на международном уровне я могу сказать, что это моя сильная сторона. Однако в серии Гран-при я всегда хуже выступал в произвольной программе и позволял другим обойти себя. Так что еще много вещей, над которыми надо работать. Здесь, на чемпионате 4 континентов, хочу сохранить этот хороший импульс в своей произвольной программе «Красавица и чудовище». Надеюсь, красиво изобразить этот мир для зрителей», — сказал Миура. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, следите за новостями чемпионата 4 континентов. Всем пока!